Бедная, одинокая, страдала все. Империя сломала жизнь и заставила убивать людей было как правило. Сестрой дороги разойдутся, не поймут друг друга, но камень вигом будто принесет с собой слугу каждому, кто сунет на нос, не свое дело. Мура самоотделяет голову от тела. Добрый он и веселый сам, хоть и юн, но все же стало время вспять. Вернуть нельзя, в путешествии до столицы я покинул деревню, там бюджет откопить, но спутников своих буду в сердце хранить, хоть и страшно, но готов за них убить. Я теперь ночной рай для меня как семья. Парень из богатой семьи, он тот, кого не видали проблемы. Так скучно была таковая жизнь, но пути его изменить смогли. Чувства к Наджете, и он пошел в столичный отряд, и за ней по пятам попал в отряд сопротивления. Эй, Булат, бывший солдат, играли с тобой, теперь готовы и бой. И понимал, что поступаешь неправильно, выбор был переделан в одном моменте. Но его-то сумя оставлена лишь для того, чтобы все жизни были под защитой. Такова задача, призом выбор твой, нас не повел, ты полностью был прав. Только запах хвалишь понять, сиди с тобой на небеса. Девочка онлайн, розовые волосы, сердце исток, кровавые полосы. Больно и то, который год, она лишь хотела равный раз исток. Но революция прошла, дабы все люди не приглядали других, да и раз. Ее ночной рейд вступила, она полукрок, ведь убийца, да, первоклассный стрелок. Этой девы и использовать обман ради достижения цели и понять, как на самом деле прогнила страна. Вступив в ночной рейд ради вашего искупления. Так кто нашла парнишку Тацуми? Если бы не он, накрылась стазиком. Планы даже больше пошло бы по чертей. Все живые, те, кто ходит по запачкой на земле. Помните звери Леоне, которая случайно помогла кончить то, что заставляло плакать. Шель, неуклюжая и скромная, защитить подругу хоть и умна, но это не судьба переломная, лишь убийцей стать сумела она. А дальше ночной рейд революции, смерть в глазах равнодушие, но ради отряда хоть схватка не равна, свою жизнь отдала она. Бывший генерал армии, но стали ей не по нраву те пути убивать слабых и тех, кто не согласен был. Политикой, что яро продвигал нынешний император, и решила создать свой отряд против его планов. Ночной рейд отдали всех себя ради одной цели, дабы люди уцелели. Уверен, что были правы мы, ведь зверству нет пути. Идем дорогой мирной через реки крови.